Здравствуйте, дорогие телезрители, гости нашей студии в эфире. Познавательно-развлекательная викторина для подростков. Звездный час. Вот сказал для подростков, а сам смотрю на наших участников. И прежде всего меня привлекает один из подростков. Очень подрос у нас, как видите, Саша Лисицын номер третий. Но давайте начнем с первого участника нашей игры. И это Дима Сальников, город Москва. Привет, меня зовут Дима. Я приехал сюда, чтобы выиграть. И люблю футбол, увлекаюсь компьютерными играми. Поболеть, помочь, поучаствовать в судьбе Димы приехала сестра Оля. Следующая команда возглавляется Лидой Сухачевой. Москва. Привет, я обожаю музыку, компьютерные игры, восточные единоборства и психологию. У Лиды тяжелая и насыщенная личная жизнь, поэтому с ней рядом друг Сизов Женя. А вот, наконец, главный подросток наш, Саша Лисицын, Москва. Привет, меня зовут Саша, для друзей просто Александр Олегович. Я приехал на эту программу, чтобы победить. Рос, Саша, рос и вырос до 1,94 м, так или нет? Так, да. Друг его Петр Рябиков. Тоже не маленький паренек, но, конечно, не 1,94 м. А вот рядом с Сашей стоит Сергей Алексеев из Санкт-Петербурга. Посмотрите, метр с кепкой, вернее, не с кепкой, а с банданой. Вот с банданой у нее метр. Привет, я Сергей, но называйте меня просто Слоник, потому что я ярый фанат игры «Зов джунглей». Также я увлекаюсь футболом, плаванием и немного домашними заданиями. Сестра Таня. Без банданы. Оля Леснова, город Ступино. Привет, я Оля. Кроме того, что я учусь в школе, я работаю секретарем моего папы. Цель моего участия – поиграть и посмотреть телевизор с обратной стороны экрана, так как я хочу быть журналистом. Единственный пока родитель, вообще единственный сегодня в игре настоящий родитель – Валерий Валерьевич Папа. И последний участник из города Лабинска, вернее, участница – Лена Мирная. Привет! Я люблю булочки поспать и свою собаку Кузю. И за спиной у Лены Мирной вовсе не папа и мама, а просто тетя Людмила Николаевна, тетя Люда. Вот состав участников. Еще раз подчеркиваю то, что игра наша семейная, дружественно-развлекательная. Тут и сестры, и друзья, и папы, и тети. В общем, весь семейный набор. И сейчас я обращаюсь к нашим участникам с вопросом. Может быть, кто-нибудь из вас хочет получить звезду до начала игры? Да, поголовная жадность обуяла наших участников, и я, взяв в руки одну единственную, как всегда, звезду, направляюсь к нашим участникам. Начнем с Лены. Чем, Лена, ты хочешь нас порадовать, удивить, рассмешить? Я буду петь. Пой. Мне нужен микрофон. Не нужен микрофон? А как же ты будешь петь? У меня голос такой оригинальный немножко. А это горловое пение, что ли? Да. Бурятское. Ну, давай. Ой, мороз! Не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Браво! С душой. Я бы хотел слушать и слушать эту песню. Скажи, а ты не обращалась к Юрию Николаеву в передаче «Утренняя звезда», нет? Нет. Я похлопочу, ладно? Хорошо, Оля, давай. Я бы хотела подарить вам два подарка. Подари мне два подарка. Которые я сделала сама. Давай. Первый подарок – это символ вашей передачи. Но по нему можно еще смотреть, использовать его в качестве календаря. О, наступающий 97-й да. год, на носу у нас как раз январь, февраль. Вот мой день рождения, кстати, 28 января во вторник будет. Во, как хорошо. Всех приглашаю. Всех приглашаю, куда, правда, не скажу. Так, и второй подарок? А второй подарок я тоже сделала сама, когда была на экскурсии в фирме «Пеликанпласт» на заводе. И там мне разрешили сделать самую баночку, этикеточку приклеить и вот наложить туда с такой шпаклевкой. Вот в одной из прошлых передач вы говорили, что у вас луженый автомобиль. Угу. Ну вот если лужение
ну, не выдержит, тогда вот поможет поклевка. Потрясающе! И картиночку приклеила. А смотри-ка, красная, это красная шпаклевка, что ли? Нет. А, обычная, да? Вот у меня автомобиль тоже красный. Правда, не такой хороший, конечно. Спасибо тебе огромное. Так, запомнили. Значит, это песня, это баночка с чем-то внутри. Это? Ну, я вам покажу небольшую импровизацию с нунчаками. Только можно не на мне? Вряд ли. На мне все-таки будет? Так, прощайте, друзья. Импровизация с нунчаками сейчас будет. У меня есть баночка, понимаешь? Если что, я помажусь, и все пройдет. Давай. Поддержим Сергея. Импровизация с нунчаками. Сейчас как в лоб себе попадет. Или еще куда. Ух ты. Браво! Сергей, знаете, что скажу? Вот ты так просто вот носишь их в портфеле, да, или где-то там? Ну, конечно, в кармане. В кармане. Вот когда я был в твоем возрасте, мы тоже делали нунчаки, но если бы нас поймали с нунчаками милиционеры в то время, то запросто могли бы отправить там в милицию, завести дело, потому что это было запрещено. Но я открою секрет, эти нунчаки не настоящие, потому что они, видите, какие? Они из поролона сделаны. Такие нунчаки совершенно безопасны и приветствую. Спасибо, Сергей. Следующий претендент на получение звезды. Ну, и этот торт я спек сам. Он называется тропический. Из чего он сделан? Бисквитное тесто без подогрева. Домашний заварной крем, фрукты. Погоди, я не успеваю записывать, стой. Ну что, взбиваем белки. Так. На холодной бане, на лед кладем тару, в которую взбиваем эти белки. Угу. 8 белков. 6 желтков. Взбиваем. Значит, 2 желтка мы выбрасываем? Выбрасываем, да, не надо. 6 желтков взбиваем. Также... Не по-хозяйски выбрасывать. Ну, яичницу сделаем. Окей. Так. 6 желтков взбиваем также. Добавляем в них 3 столовых ложки сахара. Все. Тут подсказывают снизу вверх, как-то надо взбивать. Нет, не снизу. А что, как-то так? Веничком взбиваем. Только... Веничком? Веничком, не миксером. К желткам добавляем чуть-чуть белков, перемешиваем. Туда добавляем 4 столовых ложки муки и оставшиеся белки. Перемешиваем до однородной массы. Тесто разделяем на 3 части и выпекаем 3 коржа. Угу. При температуре 200 градусов, минут это к 20-30. Ну, там увидите, как... 3 коржа, 3 светлых повести? Ну, да. Угу. Ну, эти коржи охлаждаем. Крем учить делать? Я с этим-то не справлюсь, с коржами, с этими, с ковригами. Слушай, а это ты сам все придумал или где-то вычитал? Сам я все придумал. Крем я... Ой, тесто я вычитал, остальное все свое. И такой торт ты каждый день съедаешь сам, да, целиком? Ну, не каждый день. Ну, каждую неделю съедаю. Понятно, то-то я погляжу на тебя, да. Спасибо тебе огромное. Пахнет божественно. Киви, виноград, апельсины. Внутри бананы. Я бы рад попробовать, но, во-первых, категорически исключено по причине, так сказать, вот, да, это раз. А во-вторых, я просто не успеем тогда провести, так сказать, непосредственно саму передачу. После передачи обязательно мы с тобой торт пополам съедим. Что, ты тоже хочешь? Вот эту вышивку я сделала сама, вы ее можете повесить на стенку и вспоминать меня. А почему? Почему именно тебя я должен вспоминать? Тут какие-то тут цветы? Ну, а я что, не похожа на цветочек маленький? Цветочек маленький, совершенно маленький, да. Я вижу, там твой друг сидит, плотно сжав зубы. Лучше мы с тобой не будем об этом сейчас говорить, ладно? У него такой уже висит, очевидно, в квартире, только большой, да? Дима? Сергей, вы за какую команду болеете? Я болею. Камышинский текстильщик. Ну, у меня тут вот вам от всего класса, от всего болельщиков Спартака. Флаг камышинского текстильщика, да? Так это спартаковский флаг, подержи-ка. Нет, честно тебе признаюсь, я, конечно, болею за Спартак. Спасибо. Это повидавший виды флаг, да? Да, он был не на одном матче. Не на одном матче? На каком последнем матче был этот флаг? Не помню уже. И что ты с ним делаешь на матче? Подкладываешь, чтобы не было холодно сидеть? Нет. Что? Машу им. Размахиваешь? Да. Как размахивать, покажи. Так. И что кричишь? Разные. Ну что, например? Ну? Из последнего. Спартак чемпион. Молодец. Аплодисменты.
И вы знаете, я все-таки вручаю звезду Саше. Саша, вот тебе звезда, потому что подарить покупной торт какой-нибудь, который мама сделала. И так вероломно говорит, это мы делали вместе с мамой. Заключалось в том, что мама делала и кричала, Саша, помоги уже мне что-нибудь. Да сейчас, сейчас. Вот так они вместе делают. Это Саша сделал сам своими руками. Спасибо тебе огромное. Торт береги. После программы съедим. А сейчас давайте начнем нашу передачу. В эфире «Звездный час» и первая тема нашей игры – исторические личности. Внимание на видеостену. Линкольн, Наполеон, Карл IX, Робеспьер, Кромвель, Юлий Цезарь, Лютер и Александр Невский. Знакомые фамилии? Кто из вас не знает хотя бы одной из этих фамилий, не слышал никогда? Вот, это уже интересно, да. То есть будет как бы борьба, да? Я, к счастью, знаю всех. И поэтому вопрос, который я сейчас прочту, для меня лично никакой загадки не составляет. Посмотрим, как для вас. Была такая царица Клеопатра. И однажды завязался у нее роман с одним из этих молодых и не очень молодых людей. Как вы думаете, с кем именно завязался роман у египетской царицы Клеопатры? Пожалуйста, таблички. Ну а вы говорите, конечно, это был Юлий Цезарь. Клеопатру любил Юлий Цезарь, величайший из величайших полководцев. Пожалуйста, вперед на одну день нашей площадки. Номер 6, верный ответ. Все, кроме Елены Мирной, дают правильный совершенно ответ. Молодцы. Вопрос следующий. Этот человек со своим войском однажды встретился у реки с отрядом шведов под командованием Биргера Ярля. Не обязательно запоминать, Биргер Ярль, там мог быть другой швед, какой угодно, все равно мы их разбили. О ком идет речь? Какой великий человек разбил у реки отряд шведов? Пожалуйста, таблички. И тут совершенно правильный ответ дают все участники нашей программы. Это Александр Невский, река называлась Нева. Александр Невский, вперед на одно деление, пожалуйста. Вопрос. Такой был древний город, государство, Карфаген. Может быть, уже достаточно? Может, уже можно поднимать таблички? Нет? Читаю дальше. Тут находится карфагенский полководец, который в ходе Второй Пунической войны, совершил сенсационный до того времени переход через Альпы. Найдите, пожалуйста, полководца, совершившего переход через Альпы во время Второй Пунической войны. Ну, тихо, пока хлопать некому. Еще, ну, кто-нибудь, так, для интереса, да. Гениально. Город Лабинск славен своими историками. Лена Мирная совершенно права, это был полководец Ганнибал. Здесь его нет, табличка ноль. Молодец, Лена догнала своих соперников, чему очень, по-моему, рада и довольна, так? Ты знал или догадался? Догадалась, ничего себе догадался. Из восьми догадалась, что тут его нет. Это хорошая интуиция женская. У тебя голос хороший, интуиция хорошая, видишь? Этому человеку однажды почему-то не понравилась классическая католическая вера. И он решил ее как-то реформировать. Знаете, такой вот был, вроде как у нас был Горбачев, вот там вот он был такой вот реформист. Вышло у него это так хорошо, что из его реформ получилось целое направление в христианстве, которое имеет достаточно много приверженцев и сегодня. Как вы думаете, о чем, вернее, о ком я говорю? Кто реформировал? Ну давайте, поднимайте, кто знает. Молодцы! Это был Мартин Лютер, номер 7, лютеранство. Пожалуйста, вперед все, кроме Лены Мирной. Лена избрала великолепную тактику, правда, немножко поздно. И все 5 участников, кроме нее, выходят во второй тур. Ах, Лена, Лена, ну разве Карл IX, этот слабый монарх, мог разреформировать христианство? Куда ему там было разобраться со своими любовницами и собаками? Аплодисменты Лене Мирной, она покидает нашу площадку, к большому моему сожалению. Лена Мирная закончила нашу игру, к сожалению, очень быстро. И давайте у нее спросим, каковы ее впечатления и ощущения от этого грустного события. Вообще, я очень рада, что попала хотя бы в Москву. И я никогда не расстраивалась по такому поводу. Вообще большое спасибо всем. Минутку, ты что, в Москве первый раз? Да. Сколько же тебе лет? 14. И далеко находится город Лабинск? В Краснодарском крае.
14 лет, первый раз в Москве на передаче «Звездный час». Это уже, по-моему, большая победа, и расстраиваться совершенно не из-за чего. Спасибо тебе огромное, а мы давай посмотрим, как будет идти игра дальше. Переходим во второй тур. Программа, как называется? «Звездный час». «Звездный час», ура! Привет всем! Кто хочет участвовать в нашей передаче, вы должны ответить на мой вопрос, прислать мне свои фотографии и письма. Мой вопрос звучит так. Француз Жан Кальвин основал течение под названием кальвинизм. Один из этих 8 людей сделал в другой стране примерно то же самое. Кто он? И не забудьте написать на конверте, что вопрос от Ани. Итак, второй тур нашей программы под названием «Звездный час», в котором принимают участие Дима Сальников, Лида Сухачева, Саша Лисицын, Сергей Алексеев и Оля Леснова. Они проскочили первый тур, довольно простой, впрочем, и готовы сражаться дальше. Кубики в студию. Ну что ж, хватайте ручки, бумагу и вперед. Записывайте буквы. Б, Е, Т, И, Р, А, О, С, С. Вот такая вот бетирауст. Слово хорошее, правда, такого слова нет. Напоминаю, что нам нужны только слова. Существительные в именительном падеже, в единственном числе. И, конечно же, никаких имен собственных, никаких там веничков и других уменьшительно-ласкательных суффиксов мы не принимаем. Это очень ответственный тур. Здесь нужно соображать, как, впрочем, и вообще в нашей передаче. Но здесь надо соображать быстро, потому что осталось 10 секунд ровно думать. 9, 8, 7, 6, 5. У них есть звездочка, они это знают прекрасно. Любая буква, которая им только не понадобится, может быть вписана в этот лист. Но только одна. Одна буква, любая. Время истекло. Отложили ручка и бумага, и я... Что-то я уже заговорил. Отложили ручка и бумага, и давайте обратимся к нашим зрителям. Первым вот эта девушка была, пожалуйста. Троица. Троица. Аплодисменты. Прекрасное слово «троица». Дальше. Сирота. Сирота. Аплодисменты. Пожалуйста, еще одно слово. Собрат. Собрат. Браво. Прекрасные такие слова. Я думаю, что из этих букв ничего невозможно составить. Давай. Орбита. Молодец. У вас давайте. Бистро. Прекрасно. Итак, сирота, троица, орбита, собрат, торец. Не буду уточнять, кто из вас эти слова сказал. Это не так уж важно. Самое важное вот что. Здесь рюкзак, который стоит перед вами. Вот он. А в рюкзаке... Спасибо, Анна. Это электронная? Да. Это мягкая игрушка? Нет, я не знаю электронных мягких игрушек. Это плеер. Что же у вас все на одном языке? Плеер? Да, конечно, плеер. Это плеер. Бери, открывай, это плеер. Куда пошла? Эй! Вот дает, открывай рюкзак. Да может, там не плеер. Может, будут думать, что у нас обман. В передаче там лежит кирпич какой-нибудь. Конечно, плеер. Да еще с радио, смотри-ка. А? Рада? Да. Вам спасибо, а с тобой мы еще побеседуем, давай. Вы, пожалуйста, садитесь на свои места, к сожалению, вам не удалось выиграть наш приз. Как тебя зовут, сколько тебе лет и так далее. Меня зовут Диана, мне 9 лет. Ты первый раз попала на нашу передачу? Да. Нравится тебе у нас? Да. А этот приемчик нравится? Да. Но ты знаешь, что после передачи мы тебя и обратно заберем? Нет. Не знаешь? Заберем. Это все для съемок только делается, понимаешь? Да. Согласна? Да. Доброе дитя. Я пошутил. Садись на место. Этот плеер твой и рюкзак твой. Дорогие родители, родственники, тут, строго говоря, родитель только один. Валерий Валерьевич. У вас есть слово из шести букв? Шести есть. Да. Какое? Ну, одно хорошее, другое плохое. А какое плохое? Сортир. А что плохого в слове сортир? Ну, какое-то оно такое. Простое больно. Больно простое? А вот, знаете, надо как-то попроще уже быть, уже пора. А второе сложное? Посложнее с использованием звездочки, ацетон. Ацетон.
Ацетон, сортир. Мне больше нравится сортир, чем ацетон. Ладно, 6 букв. Хорошо, у вас? У меня тоже сортир и сатира. Что происходит? Так. Я бистро. Бистро? Береста. Береста. 7 букв. Это запахло звездой уже. Тариф. Тариф. Это совсем какое-то плохое слово. Тариф. Тариф и налоговая ставка, скажи еще. Аплодисменты другу Лиды. Он принес ей звезду. Вот так, с молодых ногтей. Он уже приучает Лиду к тому, что все будет приносить сам. Лида ничего не будет делать дома у них, только вышивать будет всякие картиночки. А Женя будет носить ей звезды и всякие другие материальные блага. Ну что ж, переходим к вашим словам. Слово «работа». Работа, 6 букв, хорошо. Пират. Бедный парень, пират, 5 букв. Посмотрим. Бетон. Бетон, 5 букв. Береста. Береста. Они и мыслят одинаково, смотрите, а? Они даже думают одинаково. Я же должен тебе еще одну звезду. У вас совпали слова. Мама дорогая! Трудности, молодец, молодец, Лида! Ледок! Как на тоненький ледок выпал беленький женек. Ха. Дима? Берет. Берет. С давленным голосом. Берет. Так, Лида, вопрос серьезный. 5 звезд. Почти все ящики в твоем распоряжении. Собираешься открывать их? Да. Да. Какой? Красный. Красный ящик. Или я слепой, или там ничего нету. Ничего нету. Значит, я не слепой. Я вижу. Там ничего нету. Вставай на место. Лидочка, знаешь правила нашего красного ящика. Спасибо, Аннушка. Если в красном ящике ничего нет, то остальные ящики, увы, тебе недоступны. Ну, а сейчас... Сейчас печаль моя светла, но, увы... О, да мне придется расстаться даже с двумя игроками. И Сергей, и Дима, составившие слова из 5 букв, имеют только по 3 звездочки. А вот у Саши, у которого тоже 5 букв, но у него-то 1, 2, 3, 4, одна в кармане. Поэтому Дима и Сергей покидают нашу площадку под ваши грустные аплодисменты. Итак, я вручаю вам вот такие памятные призы за участие в нашей программе. Держите, точно такой же набор получает. И это совсем другая, другого рода команда. Тихий мальчик, еще более тихая, скромная девочка. Как вам понравилась наша передача? Здорово. Правда, что ли? Да. А нет какой-то вот обиды, злости там на ведущего, например? Да нет. Ничего, нормально? Нормально. Пока работает? Угу. Ну, пусть работает, ладно. Спасибо большое. Переходим к следующему туру нашей программы. В эфире «Звездный час». И вновь я открываю свою красную заветную папку, в которой не только вопросы, но и имена, фамилии наших уцелевших участников. Напомним вам эти великолепные имена. Лида Сухачева, Москва. Саша Лисицын, Москва. И, наконец, последняя оставшаяся участница, Оля Леснова, город Ступино. И ее папа Валерий Валерьевич Леснов. Итак, логические цепочки перед вами. Жилища людей. Яранга, чертог и каяк. Все это название жилищ. Кто со мной согласен, табличка 0, кто не согласен, табличка с неправильным словом. Тут что-то не так в этой цепочке. Определенным образом, что-то не так. Первый, поднявший табличку, получает звезду, и этого не происходит, к сожалению. А, как же! Хо-хо-хо! Что я такое говорю? Посмотрите-ка, Оля и Саша совершенно правы. Каяк — это лодка! Это лодка, одноместная лодка народов Севера. Они на ней катаются, а звезду получает Оля Леснова. Она была первой. Пожалуйста, вперед. Вперед, мои дорогие. Перед вами созвездие. Медведица, малая медведица и большая медведица. Не ломайте глаза. Вы не узнаете в этих картинках тех созвездий, о которых идет речь. Это все сделано специально и нарочно. Я считаю, что все это реально существующие созвездия. Все они существуют на самом деле, на звездном небе. Подумайте хорошо. Первой была у нас Лида Сухачева. Она поняла табличку номер 1 и совершенно правильно, потому что нет созвездия Медведица.
Есть большая и малая медведица. Все вперед, пожалуйста, все вперед на одно деление. Я с удовольствием вручил бы Лиде звезду, да жалко, она ей больше не пригодится, потому что Лида не дошла до финала. Очень жаль. Аплодисменты Лиде и Жене Сизову. Этой замечательной команде мы прощаемся с ними. Если бы вы видели, как изменилось Жене на лицо, он сидел сзади, такой одухотворенный, возвышенный, так вдруг сделал так. Все, кончилась жизнь, игра. Так или нет? Конечно, нет. Игра может закончиться, а жизнь продолжается всегда. Я скажу по секрету, и жизнь может закончиться, в принципе. Жизнь может закончиться, но пока мы считаем, что она продолжается, она все равно продолжается. Какая глубина, посмотрите, а! Держите! Это вам на двоих. Сладости, игрушки и портфель. Что скажешь на прощание? Пусть победит сильнейший. Я не расстраиваюсь, что проиграла. Просто это великое счастье чувствовать, что ты стоишь на этой площадке и знать, что тебя увидят миллионы зрителей. Да. Твою песню услышат тысячи рук. А, кстати, о сильнейших. Как ты думаешь, кто из них сильнейший? Саша, этот огромный молодой человек, или Оля, эта прекрасная юная девушка? Оля. А почему ты так думаешь? Не знаю, мне так кажется. А может быть, тебе говорит женщина? Может быть. Надо послушать. Да, мне говорит женщина. Переходим к финалу нашей программы. В эфире «Звездный час». Перед тем, как попрощаться, я хотела бы сказать о празднике, который состоится в канун Нового года. В последней программе «Звездный час» 1996 года примут участие наиболее отличившиеся игроки. В отборе этих игроков можете принять участие и вы, уважаемые телезрители. Для этого вы должны написать нам, кого из обладателей Кубка Звездного Часа вы хотели бы увидеть еще раз. Выбранные нашими общими усилиями 6 семейных дуэтов сразятся за звание абсолютного чемпиона Звездного Часа 1996 года. Абсолютному чемпиону будет вручена золотая медаль, а игрокам, занявшим второе и третье места, серебряная и бронзовая. Какими будут призы и подарки в предновогодней передаче, вы можете только догадываться. Итак, ждем ваших писем. Итак, последнее интервью перед стартом. Самый главный старт в вашей жизни. Ну, не в вашей жизни, может быть, но в нашей передаче точно. И не самый главный, да? А что такое самый главный старт? Вот для тебя интересно. Не знаю. Еще не решил. Понятно. А у тебя? У меня, скорее всего, тоже еще впереди. Все у вас впереди. Но самое главное, что у вас впереди борьба в финале. У Оли 4 звезды, у Саши их тоже 4, поэтому все находятся совершенно в равных условиях. Но Саша, как джентльмен, берет на себя право читать свои слова первым. Так или нет? Да. Но мог бы уступить? Мог бы уступить. Какой хитрый, ничего не получится. Итак, слово. Поехали. Хроника. Слово «хроника». Время истекло. Все. Достаточно. Саша, с Богом. Ор. Ар. Кор. Чего? Кор. Что такое кор? Ну, кор. Кор, ну что такое кор? Ну, корить человека. Так у корна не кор. У-то нету здесь. Давай дальше. Ну, рок тогда. Рок, вот. Кора. Вот кора, видишь, какой ты несообразительный оказался. У меня есть такое слово. Так его уже поздно, его же нельзя читать. Кино. Кино, ну давай. Нора. Угу. Петю зову. Петю зову. Петя, Петя. Петушок. Золотой гребешок. Бум, сейчас упадет, смотри. Нет, не упал. Кон. Кон. Акр. Акр, отлично. Рак. Рак. Да, икра. Икра, вот икра хорошее слово. Хор. 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 Все, да? Пора папу звать. Валерий Валерьевич, концумир битте. Аплодисмент спацирен. Ну что? Я не отслеживал, какие слова уже называли. Это не важно, я отслеживал. Вот у меня слово инк есть. Инк это кто? Индеец. Индеец. Хорошо, пусть будет. Я знаю, знаю, знаю. И он. Я просто чуть было не подсказал вашим соперникам. Я думал, что другое слово.
Инок. Инок, о, слава тебе, Господи, вспомнили. Хан. Хан, отлично. Один. Сейчас. Два. Секундочку, у нас эфирное время кончается. Рак был. Рак был. Три. Четыре. А есть такое слово? Чего? Рон. Рон нет, урон есть. Вот сейчас большой урон понесла команда, к сожалению, Оля. Нет, у меня слово есть. Да. Нора. Нора была уже. Все! Аплодисменты Александру и Пете! Они победили, жмут друг другу руки. Вот сегодня тортов-то наедятся. Вот а сегодня чаю напьются. До отпада просто. Церемония награждения. Напомню еще раз имена и фамилии этой замечательной команды: Оля Леснова и Валерий Валерьевич Леснов. Ее замечательный отец, воспитавший, можно сказать, даже выпестовавший такую великолепную дочь, которая в финале, только в финале проиграла, но это уже большая честь. Вот вам магнитофон на всю вашу семью. Большая семья-то. Еще одна дочь старшая. Еще одна дочь. И, очевидно, жена, да? Естественно. А, естественно, как же без жены-то? Ну что ж, спасибо вам огромное за участие. Извините, если что не так, но вы проиграли. А выиграл кто, знаете? Знаю. О. Как стандартная фраза, победила дружба. Нет, дружба-то победила, да. Но еще у нас есть номинальный, так сказать, победитель Саша Лисицын. Поприветствуем его! Мне как даже неудобно стоять рядом с Сашей. Куда я, в какие там ведущие там. Вот человек, понимаете, его видно, он может даже без телевизора просто выйти перед Останкино. Перед нашей башней. Его будут видеть пол Москвы. Итак, Саша Лисицын, золотые часы тебе. Диплом победителя звездного часа. Шоколадные сладости вам и... Видеоплеер. И видеоплеер! Ой-ой-ой-ой-ой! И вот такой видеоплеер, посмотрите-ка. Но это не Саша, это Петя. Петя очень помог Саше, поэтому видеоплеер получает Петя. Петя протянул ручки. Нет, конечно, Саша, это твой, не волнуйся, сейчас это будет сделаться удар. Давай поближе подойди. Твой звездный час наступил, вот тебе микрофон, вот тебе страна наша. Общайтесь. Я, конечно, рад, что выиграл в этой передаче, но мне сегодня немного повезло чуть больше, чем Оле. Угу. Она тоже выиграла. Ну, повезло чуть-чуть сегодня лучше мне. Все. Кубок! А, кубок! Вот и кубок! Пожалуйста, Саша Лисицын и его товарищ Петя, победители нашей программы. Это был в понедельник, звездный час, и я, Сергей Супонев. До свидания!